городском этапе конкурса участвуют 77 учащихся разных образовательных учреждений. Это 6- и 7-классники, победители школьных туров, в которых соревновалось более 500 человек. В этом году «Живая классика» проходит в рамках объявленного президентом страны года литературы, что заставило ребят еще серьезнее отнестись к своему хобби. Особо хочется отметить в этом конкурсе то, что с прошлого года здесь произведения, которые не входят в программу по литературе. И вот это самый большой плюс этого конкурса, то, что дети читают другие произведения. И не просто читают, а проживают их. Они хотят рассказать нам о своих героях, о любимых. Ребята читали отрывки из произведений Алексея Толстого, Константина Паустовского, Ивана Тургенева. Не обошли стороной зарубежных писателей. Прозвучали сегодня и отрывки из Джека Лондона. Много читали о Великой Отечественной войне, в том числе отрывки из рассказа «Поднятая в атаку» Юрия Яковлева о бесстрашной радистке. Она неслась на коне, а следом бежали враги. Звучали автоматные очереди. Но Клава как бы напрочь лишилась чувства страха. Вернее, страх стал чем-то второстепенным. На него не было времени. Конкурс чтецов «Живая классика» – это самый масштабный проект всероссийского, с прошлого года и международного уровня, призванный привлекать детей к чтению прозаической литературы. Благодаря этому мероприятию учителя выяснили, что читающих детей, в том числе и в Сочи, немало. Многие с гордостью рассказывают о домашних библиотеках и о количестве прочитанных книг. Семиклассница Мария в конкурсе участвует второй год подряд. Счастлива, что наконец попала в городской этап. Свое сценическое исполнение она решила продемонстрировать с помощью юмористической прозы Надежды Теффи «Даровой конь». Самое главное – это выполнить требования моего руководителя. Везде паузы, где надо, вживаться в роль, в эту как бы… И она вот самое главное мне сказала, то, что автора, то, что я там как бы третье лицо, я там тоже должна участвовать, присутствовать в этом произведении. Вот у меня в прошлом году это не очень получилось. Сейчас, я думаю, все у меня получится. Если у Марии все получится, и члены жюри оценят ее мастерство чтеца, она и еще два школьника будут представлять Сочи на краевом этапе конкурса в Краснодаре 2 апреля. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.